Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем, ребятки, дальше будет встретить на них все, только уже перейдем в командные бои. Посмотрите, как оно там будет, сколько там будет игроков, когда будут прятаться вместо того, чтобы драться, да? Именно вот из моего сквада, из сквада противника, именно посреди боя, да? Чтобы не так было, что вот, к примеру, конец боя, они все сели в кустах и прячутся. Такого никогда в командных боях не бывает, поэтому в командных боях всегда команда играет, и это как-то подстегивает даже гениев играть в урон, в... Цель игры, да, суть игры, так сказать, использовать ее, а не сидеть в кусте и не просто ждать, когда же они там всех друг друга побивают, и я получу какой-то свой рейтинг, да. Очень интересно. И причем об этом думают все остальные, да, то есть вот там сидит человек 7 в кустах при 10 на карте, да, а остальные трое дерутся. Ну, это такой бред, что просто из этого соло боя не хочется играть. Поэтому мы сегодня заменим самый дефибриллятор на что-то более жесткое. Более жестко для командных боев это два предмета, либо это... Это почему вот я сейчас эти два примета говорю? Потому что, ну, дефибриллятор я туда брать не буду. Как бы он супер полезный, если выбирать, я бы выбрал дефибриллятор для нормальной команды. Но для тех, с кем я буду играть, ребятки, до 1800 рейтинга, наверное, там бессмысленно брать дефибриллятор полностью. Поэтому, к сожалению, будем брать что-то из этого. Это нам даст больше выживаемости. В принципе, она бы была логичная, потому что я играю сама дефибриллятором. Он у меня заменит выживаемость, да? А кассетка даст больше урона. Нужно думать, что нужно. Или вжимаясь, или урон. То есть, если что, можно поставить укол адреналина. В общем, вариантов как бы вот. На текущий момент 3. И что с этим делать, непонятно. Ну, поэтому берем кассетку и пофиг на выживаемость, да? Посмотрим сегодня, как это будет. У нас еще как бы парочка дней, как минимум, будет еще возможность поменять сборку и оценить. Сегодня играем. Конечно, из-за рейтинга все меняется. И как бы сложно оценивать рейтинг сейчас и там... Через 100 рейтинга, да? Будет, возможно, уже не объективно. Но посмотрим. Как видите, в каждом складе есть какой-то золотой 1600 рейтинга игрок. В моем складе это вроде хамелеон, судя по картинке, да? У нас еще касатка в складе есть. Ну, в общем, сейчас оценим это все. Там у них Дона. Дона это проблема. Дона сильный персонаж, плюс тут рядом вода. Если реализуют первобытный инстинкт, то у нас могут быть большие проблемы. Плюс у них там два бота, у нас ни одного. Сами видите, да? То есть может все закончиться для нас очень плачевно. Плюс у нас панда и два хамелеона. Жесть, это команда. Вот это просто команда мечты. Касатка 6 уровня, скорее всего, обузят. Я более чем в этом уверен, что обузят. Но нам нужно врываться. Позакидывать уже урон, начинать по противнику. Не давать ему, так сказать, передохнуть. У нас в игре лаги, как вы заметили уже, да, ребятки? Большие, серьезные лаги. Бака сразу отталкиваем. То есть, видите, я за феромон успел заферомонить и оттолкнуть еще второй раз. В этом преимущество есть хорошее. Вот, кстати, Дона. Опаснейший противник, которого я боюсь. Но которого нужно убивать. Феромонов никуда отправляем. Отталкиваем противников как можно получше. Дичайше лагает. Вы видите, да, все? На своем экране, так сказать, как это происходит. Наши союзники умирают все, потому что что? Потому что их... Что они гений. Страдают фигней просто. Дона меня словила, к сожалению. Сейчас нужно на нашего союзника что-то делать. У меня там касатка лишь мертвая. Я, к сожалению, без дефибриллятора, сами видите, да? Потом вся моя остальная команда... Дона, кстати, фигово очень играет. Очень фигово играет. Промахиваемся немного уроном. Наш союзник умирает по итогу. Я аптечку с него подлутать не успел, потому что другой Никс в этот момент залетел. Очень удобно, в скобочках нет. Надо Дону сейчас заферомонить. Я промахнулся, потому что она решила в этот момент прыгнуть. Конечно же, что могло еще быть в этот момент? Дичайшие лаги просто настолько мешают играть, что слов нету. Настолько мешают играть, капец. Но она, кстати, с битом играет, хилится. Позволяет себе многое. И опять феромонов никуда трачен. Гениально, да? Скажете вы, и я скажу да. Гениально еще как. Дону сейчас отхиливают очень жестко. Я через автоатаку промахиваюсь, но моя кассетка все равно носит урон большой. Феромоним Дону и добиваем. Главное сейчас отпрыгнуть вовремя, да, чтобы она не отхилилась. И вроде бы мы ее почти добили. Нет, не добиваем, к сожалению. К сожалению, не добиваем. Ну все, заферомонил. Теперь нужно добить просто. Кассеточка, ну. Кассеточка добивает красиво. Ой, как же мне все-таки повезло, что моя команда хотя бы могла спасать друг друга, пока я убивал Дону. Ну, и с этими лагами просто играть невозможно. Вы их сами видите, они просто происходят, потому что не происходят. В этом нет никакой логики. Жесть. Из-за этого очень сильно невозможно контролить персонажа. Прям очень сильно невозможно. Здесь 16-й. Я умер. Понял, принял. Быстро все, быстро очень происходит. Нам бы щиточек, точнее не щиточек, капканчик бы подлутать. Заферомонил я сейчас этих друзей здесь. Сейчас мне нужно выйти красиво. И что-то здесь сделать. Но, наверное,
А, на аптечку не успел нажать. Ну блин, с этими лагами играть просто невозможно. Оно подлагивает именно в тот момент, когда это не нужно. Ай, как бесит. Такое ощущение, что у меня только одного лаги. Ну ладно. Как-то будем с этими лагами справляться, пытаться в них играть. Бой, в принципе, был неплохой. Конечно, у меня был 6 уровень в команде на касатке. Вопрос, почему? И 2 хамелеона бесполезных. Почему бесполезных? Потому что хамелеоны, ребятки, ну, как вы бы не считали, но хамелеоны — это бесполезные персонажи. Их очень сложно реализовывать. И об этом получается вот так вот. Ну, в любом случае, постараемся. 1 метр, походу, не добегал, да? Следующий бой выходим. У нас здесь что? У нас здесь предметики всякие разные. Дробовичок. Мой сквад ушел налево. Гениев. Вот видите, да, какие гении? 9-й, 8-й. И вот ты им говоришь направо идти, они уходят налево. Ну, конечно же, зачем играть вместе с 19-м Никсом? Зачем это делать, если можно быть гением с кофе на 15-м пингвине, правильно? Правильно. Genius. Как говорится, гениальные мысли, они же гении. Вот совпадение, да? Вроде бы 1300 с чем-то рейтинга, а тут гении сидят. Поэтому, ребятки, вы не думайте, до 1600 это тоже там гении сидят. Там других нету, к сожалению. Потому что нормальные игроки играют только с нормальными командами. И, ну, как бы с нормальными командами. Я имею в виду с нормальными другими игроками, с нормальными командами. То есть, очень редко попадается, что нормальный игрок сидит в скваде вот так вот, как я сейчас сижу, да? С рандомами просто. Это максимально редкое событие. Ну, хоть сквад живой, это хорошо. Закинем сейчас тут урончик по этим друзьям. Пока что... Ой, как же не лагает, как же не лагает просто. Феромоним Калу, надо ее добить. Конечно же, мои феромоны, кто урон не закинет. Там альпака, ё-моё. Как этого убивать друга? Ник с легендарным луком здесь. Немножко урончика я в него прокинул. У него, кстати, феромоны. У этого Никса. До альпаки не стык, кстати, у альпаки, видите, бесушка прокачана. Блин, как... Я вот, чтобы вы понимали, я вниз на... Видали дробовик, да, сейчас вылетел? Ай, жесть, как же меня не бомбит, как же меня не бомбит. Во-первых, гений в команде, во-вторых, противники рандомные, которые... О, видите, от моего лука умер, причем здесь он... Ладно, неважно. В нашего пингвина стреляю, он пингвин стреляет нашу в капкан. Гениально. Наши джейджи, что в центре карты бегает, сейчас мы золотаем аптечку. С этого всего дела, и пытаться будем что-то с этим сделать, но блин... Как же эти лаги бесят, я порой сейчас, наверное... Хотя, что это изменит, ребятки, это же зубы. Вряд ли перезапуск что-то сможет изменить. Если разработчикам уже несколько дней по барабану это все дело. Я вот опять то же самое, только что направил, чтобы вы понимали. Я направил Никса вниз. И потом нажал прыжок. А он мне прыгнул вправо. Просто потому, что сейчас, к сожалению, вот так вот это все работает, лагано. О, это Никс с легендарным дропом, который бросил свой склад, что ли? Пока его склад, он умирал, он бегал. О, очередной гений, да? Совпадение. Ну ладно. Даже мои вот 9 уровня и то лучше играют, чем этот Никс 14 или 15 уровня с легендарным дропом. Попробуем еще что-то реализовать в центре карты. Там остались тут наши противники, нужно быть аккуратным. Потому что непонятно, сколько их там. Ну, один сквад точно целый еще остался. Так, заферомонили противника. В бочку сели, проэвейдили урон. О, это же тот Никс гений, который сбежал, да? Да, это же он. Отжимаем легендарный дроп. Пытаемся его реализовать, нифига не получается, потому что мы же тоже гении. Феромоним Никса в скобочках. Ну, вы видите, да, что как происходит. Противники чисто не попадаются под выстрелы. Ну, в плане того, что... Тут один Брюс, а все остальные как-то по кустам спрятались в очередной раз. Да, гений прячется по кустам, совпадение. Ну, аптечку золотаем, наверное. Ладно, я золотаю, золотаю. Все, расслабьтесь. Подлутаю аптечку. Щиточек тоже залутали. И погнали дальше. В принципе, вышли в плюс даже по здоровью, даже с тем, что я прогорел. Немножко урона вкидываем впритык. Блокируем Рави проход. Точнее, как бы, ну, не то чтобы блокировал, я бы сказал, изолировал проход, чтобы было удобнее автоатака стрелять с лука. Я уже кучу раз прыгнул, мне ни разу не сработали феромоны. Можно феромоны сработают, пожалуйста, нет? Спасибо. Спасибо, что нельзя. Ладно, добиваем противника на жирафе. Он тут один остался, но ему нужно побегать, потому что это же жираф. Жесть. Смотрите, ребятки, 15-й пингвин. Во-первых, он не прокачал себе 4-й слот. Во-первых. Во-вторых, у него вот это по предметам. Кофе и... Кофе, блин, и как этот? И крем огнестойкости. Представьте себе, насколько это гениально. Представили, да? Ну, так вот. Вот так вот. Причем, кассетка в этой сборке тоже себя не реализует. Почему? Потому что кассетка хорошо реализует, когда у нее там есть в предметах дополнительные зубы вампира.
ботинок для подвижных. Ну, короче, когда есть нормальные предметы, то нормально реализуется и кассетка. Когда у тебя предметы мусор, и ты берешь кассетку, то, конечно, это реализовать невозможно. Давайте откроем золотой набор. Так, это у нас был второй бой на Никсе, если не ошибаюсь, да? Или третий? А, не помню уже, какой бой. Вытянули еще одну карточку двухзвездочную. Причем, заметьте, ребятки, с золотого падают двухзвездочные. А дальше после золотого идет что? Легендарный. Следовательно, что с легендарного пойдет? Трехзвездочная. А с черного четырехзвездочная, опять звездочных где? А неизвестно. Нужен супер мега черный легендарный набор или что? Или как это понять? Ладно, допустим, это у нас был третий бой. Я просто, ребятки, наверное, сбился с количества боев. Сложно мне сказать. В первом бою мы вышли на плюс один, да, или это был второй бой. Счет, я запутался. Вроде бы второй бой это был, хотя. Ладно, погнали, короче, в бой, неважно. Неважно, пусть будет вторым это бой был. Я просто смотрю, там по времени уже много, значит, это должен быть как раз третий. Ну, ладно, пусть будет третий все-таки. Ой, короче, сложно. Сложная сложность у нас получается. Ладно, неважно. Будем сейчас пытаться победить. Аптечку подлутали, молодцы, мне даже досталось. Будем играть со складом, с большей его частью. Почему? Потому что, ну вот, смысл мне сейчас было уходить налево и там играть соло. Ой, против касатки будет сложно. С такими лагами очень сложно играть против таких вот персонажей. Аптечку успел подлутать с носа просто от... Блин, отбежать. Выжить вроде успел, все вроде бы получилось. Даже кого-то мы успели убить. Заферомонить касатку не получилось, к сожалению, феромоны откатились на секунду позже. Сейчас заферомонил, но почему-то феромон не достали, впритык касатки был, если что. Ой, как не лагает. Они еще спасли, кстати, своего друга, а наш друг умирает. Потому что что? Потому что эти гении загрелись на другой сквад. Как же гениально. Лутаем сейчас все, что здесь лежит, плохо, и что хорошо тоже. И пытаемся убить касатку. Касатку убивать, кстати, очень сложно. Наверное, сначала нужно убить всех остальных. До касатки достал, но дробовик, видали? Он, видно было визуально, что дробовик достал. Но игровые моменты сказали до свидания. Ну, как в это играть? Ну, как в это играть с этими лагами? Просто картинка каждую секунду замирает. Нет ощущения, что это только у меня, ребятки. Вот реально, у меня это ощущение большущее. Что это только у меня происходит. Смотрите, я пытаюсь идти вперед, мне просто лагами не дает. Смотрите. Жесть. Это я пытался идти вперед, мне просто лагами не дало идти вперед. Как же не горит. Касаточку неплохо так продамажили. Заферомонил, видали, да? Притык касатки стоял. Возможно, из-за лагов и багов у меня было отображение того, что я не впритык касатки стою. Тут баг какой-то 20 уровня залетает. Блин, как же сложно с этим играть-то всем, а? Наверное, у вас там рука-лицо сейчас из-за лагов. Жесть, мы как-то победили касатку. Ну, почти победили. А где она? Чё за... Мы 20-го бака только что побили, чтобы поняли, ребятки. 20-го бака унизили. Жесть. Ребята шикарные просто. Ну и я кое-как пытаюсь играть. Ну, с этим играть невозможно просто. Просто невозможно. Тут вообще бобер у нас очень жесткий, я так понимаю. Смотрите, ой, как же... Жесть, просто посмотрите. Каждые 2 секунды лаги. Жесть. Не, это играть невозможно. Наверное, ребятки, мы на этом сейчас закончим. Я не хочу ни вас мучить, ни себя. Нам придется, наверное, остановить буст рейтинга не все, потому что я уже просто не вывожу. Вот это, на этом бустит рейтинг, это забейте. Ну, увидите все сами, да? Каждую миллисекунду лаг. А сейчас почему-то не было лага на миллисекунду. Смотрите, сейчас бегаю нормально, потом лагаю. Странно, очень странно. Как говорится, разработчики зубы и гениальные лаги. Раньше такого не было, конечно, никогда, но сейчас вы видите все, да? Жесть. Как сделать, чтобы игра залагала? Там какой-то Никс спас эту касатку. Касатка наша получается сейчас. Блин, как же мне лагать? Я просто сделать ничего не могу, видите, да? Наши ребята сейчас тут поумирают из-за того, что я не могу ничего сделать. Я пытаюсь, конечно, что-то туда вот закидывать, но, блин, вы видите все сами, да? Феромоним касатку. Врубаем капканчик, пытаемся что-то ее убить. Все, нормально, получилось. У касатки не было аптечек, это большое преимущество, что их не было. Но у касатки еще есть напарник в виде Никса, вот, который сверху бегает.
Мы его добили как-то. Жесть просто. Даже во время заг... Смотрите, даже сейчас подлагивает. Видите, да? Жесть. Просто жесть. Вы посмотрите, до сих пор лагает. Причем это непосредственно в боях происходит. То есть, если мы сейчас с боя выйдем, лаги должны прекратиться, да? Видите, все, уже не лагает. Смотрите. Совпадение, да? Знаете почему, ребятки? Потому что, скорее всего, бой происходит на... Ну, не знаю, как это объяснить. На отдельной части сервера или вообще на другом сервере бои происходят. И из этого вот так получается. Ну, давайте еще понаблюдаем за менюшкой, да? Будут лаги или нет? Ну-ка. Ну, вот как-то так, да. Как-то так. Возможно, стоит понизить настройки. Это что-то может изменить. Хотел бы так сказать. Ну, ради интереса проверять, я сейчас это не хочу, мучить вас вот этими лагами я не собираюсь, поэтому мы будем, к сожалению, ребятки, сейчас заканчивать. В принципе, как вы заметили, в командных боях у нас получилось, ну, вроде бы из трех боев, да, или из двух, или из четырех. Ну, в общем, из трех и четырех боев получилось сделать две победы. Подняли мы рейтинг с 1450 до 1390, и, в принципе, вот так вот это выглядит. Как-то так. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Кстати, по поводу кассеточки, а? Были проблемы с выживаемостью? Не было. Почему? Потому что... Потому что это Никс, да. Потому что феромоны, потому что зуб вампира, потому что ботинок, потому что прыжки бесконечные, потому что отброс от первого инстинкта. И поэтому кассеточка смотрится еще актуальной. Достаточно актуальной. Много урона позволяло мне сделать. Опять же, ту же касатку пробивать и все остальное. Да и противников добивать, особенно когда моменты были, что я не мог уже наносить урон других оружий, а кассетка сама по себе наносила урон. Поэтому идеально, идеально. Поэтому оставляем пока что так. Все, не болейте в чате и всем пока-пока.